Выступление на сцене для 10-летнего Даниила – дело привычное. Мальчик занимается в театральных кружках, а его особая любовь – это художественное прочтение стихотворений. Сегодня он один из участников историко-патриотической эстафеты «Салют Победе», которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Мой дедушка Костогрызов Иван Павлович, он проживал в Саратове и участвовал в одной из самых кровавых битв Великой Отечественной войны. Тема эстафеты в этом году – город-герой Москва. В далеком 41-м началась оборона столицы. На протяжении 7 месяцев жители города отважно сражались за родину. Мы шествуем над всеми захоронениями на нашей территории Одинцовского городского округа. Мы стараемся не забыть никого. Главная часть эстафеты – передача символов. Традиционное знамя Победы, медаль за оборону Москвы и шапка-ушанка сегодня отправились из часов Голицына. Юлия Ткачук, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».